Адресная справка является самой популярной государственной услугой, за которой казахстанцы обращались в центры обслуживания населения до 9 миллионов раз в год. Однако с 1 ноября необходимости получать ее не будет. Госучреждения, которым потребуются адресные сведения граждан, смогут получить их самостоятельно. Информационная база госорганов всех уровней объединена с государственной базой данных физических лиц. Это означает, что государственные органы, школы, медицинские учреждения и так далее, другие организации не имеют права требовать с граждан адресную справку. Ее нельзя будет получить ни в центрах обслуживания населения государственной корпорации правительства для граждан, ни через портал электронного правительства. В случае необходимости граждане самостоятельно могут проверить сведения о прописке у себя в личном кабинете на портале ЕГОВ или в мобильном приложении ЕГОВ Мобайл. При этом стоит помнить, что отменяется адресная справка, но требования по регистрации по месту жительства остаются. Однако в МВД сообщили, что справку отменят не для всех. Государственная услуга по выдаче адресных сведений заменяется на новую услугу – предоставление сведений, подтверждающих регистрацию по месту жительства в населенном пункте приграничной территории. Жители почти 400 приграничных с Российской Федерацией районов и сел страны смогут получать адресные справки в сельских акиматах. Для этого акимов сельских округов наделят полномочиями. На брифинге ответили на распространенные вопросы. К примеру, если адресную справку потребуют вне государственной организации при трудоустройстве. Не вправе работодатель требовать. Если частное лицо, ни в одном трудовом законодательстве не сказано предоставление адресной справки. Другими словами, работодатель-участнику придется поверить на слово наемному работнику и записать тот адрес, который он скажет. Не стоит забывать, что сведения о регистрации – это информация ограниченного доступа. Поэтому переживать, что кто-то может воспользоваться ими без вашего согласия, не стоит. Диар Ахмечен, Болсло Ликенова, РТН.